Шеф. Какой шеф тебе? А, ну да, я забыл, вы большой человек, вы оттуда пришли, вы не халям-балям, вы самый богатый, самый мощный, самый лысый человек, да? Вы помощники уже бесите меня, а? Сколько можно, а? Что за лесть это, а? Вы не можете искренне правду говорить, а? Правду надо говорить, вот, за или нет, там, свое мнение должно быть, понимаешь? Да. Вот этого не пойдет, вот это. Одна лесть только уже бесит. Разрешайте нет говорить. Нет истины. Да? Правду говори по-настоящему. Правду, да? Да, я тебе разрешаю настоящую правду говорить, да. Короче, жирные, толстые, жадные, ты понял, маленький человек, лысый, вообще не пошел в жопу. Вот, вот так можно? Ну, предел же должен быть, понимаешь? Предел не жирный, а пухленький. Не жадный, а экономный. И какой черт я тебе объясняю? Пошел вон, ты уволена! Не надо, я тебя не буду прощать. Пошел вон, большому человеку такое сказать-то. И сейчас...